Здравствуйте. Некоммерческое акционерное общество Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова для образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Архитектурно-строительный факультет. Кафедра «Строительные материалы и технологии». Дисциплина «Технология бетона». Слайд-лекция на тему «Свойства бетона». Читает преподаватель Абишева Алина Серикова. План занятия. В прошлый раз мы с вами прошли третью тему. Особенности структуры и свойств бетонной смеси. Сегодня мы с вами пройдем четвертую тему. Реологические свойства бетонной смеси и способы ее оценки. Цель занятия – сформировать представление о бетонах и его свойствах. Узнать о добавках, позволяющие регулировать свойства бетонной смеси. Реологические свойства бетонной смеси и способы ее оценки. Наиболее важным свойством бетонной смеси является удобоукладываемость или формуемость. То есть способность смеси растекаться и принимать заданную форму, сохраняя при этом монолитность и однородность. Удобоукладываемость определяется подвижностью, текучестью бетонной смеси в момент заполнения формы и пластичностью, то есть способностью деформироваться без разрыва сплошности. Перед вами представлена картинка определения подвижности бетонной смеси с помощью конуса. А. Общий вид. Б. Жесткая смесь. В. Малоподвижная. Г. Подвижная. Д. Очень подвижная. Е. Литая.
Перед вами представлены контрольные задания для СРС. Первое. Зависимость между плотностью и проницаемостью бетона. Второе. Морозостойкость бетона. Третье. Зависимость прочности бетона от водоцементного соотношения и других факторов. Четвертое. Зависимость прочности от структуры бетона. Список использованной литературы. Сегодня мы с вами прошли четвертую тему. Реологические свойства бетонной смеси и способы ее оценки. На следующем занятии мы с вами пройдем пятую тему. Основные свойства бетона. На этом занятие завершено. До свидания.